Почти 3 месяца ребята из Кашмаш ходят учиться в 2 школы в Маргауше и Сетракасе. Расстояние небольшое, их подвозит школьный автобус. Привыкли ли ребята к новому ритму жизни, узнавала наша съемочная группа. Тема сегодняшнего урока – биологии – движение крови по сосудам. Какое бывает артериальное давление и где пределы его нормы. Школьники записывают все, чтобы не забыть. А в соседнем классе ребята осваивают основы чувашского языкознания. Всего в райцентре теперь учатся 48 школьников из Кашмаш. Мне здесь все нравится, большая школа, много детей, можно с каждым познакомиться. Здесь очень хорошо учат. Уроки интересные, веселые, хорошо преподают учителя. А вот твой любимый предмет какой? Самый интересный? Мой любимый предмет – это физкультура. Почему? Мне нравится учитель физкультуры, он добрый, веселый, любит шутить. Полюбить уроки физкультуры в маргаушской школе легко. Большой спортивный зал, специальные тренажеры. Школьники тренируются с удовольствием. Они очень много получают здесь. Действительно, мне классная работа, очень хорошо ведется в нашей школе. Поэтому я думаю, они на нас вообще, они должны быть рады, что они у нас. Мы рады, что они у нас. Такое полноценное образование получают в стенах нашей школы. Отсутствием аппетита ребята не страдают. Столовая вместительная, блюда разнообразные. Голодным не уйдет никто. В Сетракасах учатся 35 школьников. Домой всех тоже отвозят на автобусах. Так что ходить пешком через овраги, чтобы получить знания, им не приходится. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.